Приветствую всех на канале Gorillaz Channel. Мы продолжаем коротенькие обзоры перчаток от Damascus Gear. И сегодня в нашем обзоре перчатки, которые называются Stealth X. Не так давно мы делали видеообзор перчаток от Damascus, который называется DNK1 Enforced K, и были усилены кевларом. Так вот, отличие этих перчаток, которые называются Stealth, только в отличие кевларовой подкладки. В остальном это те же самые Enforced Key по дизайну и по исполнению. Итак, что мы видим? Ладонная часть выполнена из вот такого вот синтетического материала. Он называется у Damascus Grip Skin и обеспечивает идеальное сцепление с предметами как в сухую, так и во влажную погоду. В принципе, можете поверить на слово, это не рекламный ход и трюк, действительно, перчатки очень-очень неплохо держат. Кончики трех пальцев, мизинца среднего и безымянного, а также вот эта вот небольшая ладонная часть усилена вставками из синтетической кожи. Тыльная часть у нас выполнена из неопрена, и он позволяет сохранить ваши руки сухими даже под дождем, и в принципе обеспечивает небольшую, но тем не менее теплоизоляцию. В принципе, эти перчатки можно использовать при температуре, там, скажем, 0 плюс 5 градусов и минус, возможно, не более чем минус 3. Давайте я сейчас надену на руку, чтобы вы продемонстрировали, чтобы вы смотрели, как эти перчатки сидят на руке. Сама перчатка фиксируется вот такой вот липучкой с велкро. Здесь мы видим сантиметровую резинку, она в принципе достаточно неплохо удерживает перчатку на запястье. Размер перчаток совпадает с заявленным. Если вы обладатель руки размера M, можете смело брать M-ку. В принципе, сидят весьма и весьма неплохо. Стоимость этих перчаток в нашем магазине Gorillaz.com.ua составляет $31, что, мне кажется, весьма и весьма неплохой ценой для перчаток от именитого производителя, американского производителя защитного снаряжения. И весьма неплохо и качественно сделанных перчаток, тактических перчаток Damascus. Напомню, у нас сегодня в обзоре были перчатки, которые называются Damascus Stealth X. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете смело задавать их в комментариях к этому видео, мы будем рады ответить на них. Ну и будем рады видеть вас в нашем магазине Gorillaz.com.ua. Спасибо вам за внимание и всего доброго, пока!